Всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал AliExpress Life. Меня зовут Надя, и сегодня у нас будет очередная распаковочка. Большая распаковочка посылочек заказа на сайте AliExpress. Ссылочки на все товары, как всегда, будут у меня в описании под видео. Всем приятного просмотра! Ну, сначала, кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о новых видео. Мне будет очень приятно. Всем спасибо за поддержку. У нас сегодня с вами будет большая распаковочка, так что запаситесь чашечкой чая или кофе. Так, поехали. Первая посылочка, это мне пришли товары. Я уже знаю, что тут мне пришло. Это пришло для нас, девчонок. Так. Все хорошо продавец упаковал. Доставка очень быстрая, в районе 3 недель, может даже и побыстрее. Вот, как видите, вот такую штучку. Это мне пришли товары с магазина Beauty Lux. Люблю я продукцию Beauty Lux. И себе заказала несколько новиночек. У меня на канале много есть обзоров с этого магазина. Кому интересно, можете посмотреть на канале. Вот. Так, и еще вот тут откроем. Тут мне пришли классные такие гель-лаки. Ну, мы, как всегда, сделаем выкраску попозже. Так что досмотрите видео до конца. Итак, 6 товарок. Все, как я заказывала. Вот, это идет Platinum серия. Как видите, на крышечке указано. Это идет гель-лак, емкость 10 мл. Баночки стекло, не пластик. Очень красиво, презентабельно выглядят. Вот состав, девчонки, кому интересно. После вскрытия 24 месяца, заявлено продавцом. Так, посмотрим цвета. Конечно, цветов в магазине есть на любой вкус. Это идет серия Platinum. Ну, девчонки, какой красавчик. Посмотрите, какой красивый гель-лак. Супер. Вот, баночки полные. Как видите, есть еще окошко. Видно цвет. Баночки полные. Все видно, да? Консистенция у них плотные гель-лаки. Достаточно в 1-2 слоя. Очень мне нравится качество этих гель-лаков. Да. Посмотрите, полные. Вот так. Итак, вот этот такой серия Platinum. Цвет мы сейчас посмотрим. Цвета идет на донышке баночки. Это цвет под номером 002. Вот. Следующий цвет. Также с серии Platinum. Вот такой красавчик. Фокус. Вот, это цвет под номером 015. Выкраску мы сделаем после распаковки. Так что, кому интересно, как эти цвета ложатся, смотрите видео до конца. Баночка также полная, девчонки. Консистенция такая же, не жидкая, как я люблю. Цвет красивый такой, яркий. Смотрите, какой он классный. Вообще серию Platinum люблю я. Даже фокус не хочет сфокусироваться. Вот, посмотрите, какой он красивый. Кисточка ровная, ничего не выступает. Хороший гель-лак. И следующий, это идет уже термогель-лак, 274 цвет. Вот, картинки я вам вставлю, как он заявлен продавца. Вот такой цвет. Плотный, также баночка полная,
такой шиммером, есть тут немножко блестков на кисточке видно. Ну, при выкраске посмотрим. Еще раз повторюсь, это цвет под номером 274. Следующий цвет 272. Также идет термогель-лак. Такой фиолетовый, яркий такой насыщенный цвет. Плотный. Но тут почему-то окошка нету. Вот в этой нет, в этом есть, а в этом почему-то нету окошка. Да, тут указано, что это идет гель-лак. Вот цвет под номером 275. Ну, выкраску мы сделаем, и буду я их перекрывать топом. Топом также от Beauty Lux. Топ у меня уже был на распаковочке. Ну, еще покажу, кто не видел. Вот состав топа. Хороший глянец топа. Ну, немножко затирается, как и все. Ну, 2 недели можно носить отлично. Вот. Не жидкий. Мы его будем использовать при выкраске. И это, девчонки, идут гели. Очень красивые гели с блесточками. Цвет под номером 06 и 11. Вот так они в продавца заявлены. В конце видео мы их выкрасим. Вот все запаяно. Я сейчас подготовлю. И попозже мы это все выкрасим. Все хорошо. Очень красивые такие, девчонки, презентабельные баночки. Цвет 06 и 11. Так, ждите выкраску в конце. Дальше следующая посылочка. Это мне пришли как раз штучки для выкраски. У меня как раз они закончились. Это набор из 50 штучек. Вот так я делаю выкраску и себе на гель-лак. И я уже знаю, какой цвет на баночке. Очень удобно. Нравится мне так хранить свои гель-лаки. Еще заказала, еще у меня они идут, вот такой наборчик. Мне продавец прислал, сейчас мы посмотрим. Короче, я пересчитала, их есть тут 51 штучка, а один тепст он положил мне, получается, в подарок. Да. Дальше, следующая посылочка, это всеми любимые и мной также пластины JR-ки у Prego. Так, и еще новиночки. Вообще классные, девчонки, новиночки есть в этом магазине. Зайдите обязательно, посмотрите. И цены на наклейки, новиночки очень даже приемлемые. Я сказала бы, дешевые наклейки. Там и 3D наклейки есть, и водные наклейки. Вот. Это у меня, получается, идут вот такие наклеечки. Ссылочки я вам на все оставлю. Как раз у нас впереди зима, вот такой снеговичок, снежинки, мишки. Это идет набор наклеек. Люблю мишки на ноготочках. Вот это пингвинчики, шапочки. Еще одни пингвинчики, очень красиво так будет смотреться на ноготочках. Как видите, они идут на маленькие ноготочки, рисунок получится легко и просто. То есть подойдет рисунок, это не на большие ноготочки. Вот такие пингвинчики. И это надписи. Happy Winter. Счастливая зима. И вот такие олени, совушки. Медведи.
Вот такие наклеечки. Ссылочки на наборчик я вам оставлю. И посмотрим сейчас новиночки. Как новиночки? Уже и не новиночки, потому что у продавца еще новые пластины уже есть. Вот, это идет вот такая под номером JR184. Качество этих пластин всегда на высоте, идут на таких подложках. Я тестировать не буду в этом видео, потому что и так длинное видео получится. Кому интересно тестирование этих пластин, пишите мне комментарии, обязательно сделаю отдельно видео. Ну, если вам интересно качество этих пластин, у меня на канале очень много видео об этих пластинах, где я их тестирую. Вот такая пластинка как раз к Новому году, с наступающим 2012 годом. Вот, счастливого Рождества. Ну, конечно, если сравнить с ноготочков, надписи не получится на весь ноготочек. Можно будет делить на два ноготочки по части элемента. Вот такая пластина. Нравится мне она. Вот 2012, если вот так положить на ноготочек, вполне будет нормально. Дальше следующая пластина, это более уже летняя пластина 187. Такая наслоение идет, много слойка получается, клубничка, малинка, вот лимончик, киви. Ну, рисунки большие. Посмотрите, если сравнить с ноготочком, очень даже большие, только часть, если пойдет, тогда только часть. Ну, полностью на ноготочек не получится, потому что элементы широкие. Вот Color Fruities. Следующая пластинка, это идет всем любимые венделечки. Пластина под номером 190. Конечно, они всегда актуальные. Для меня это вообще пластины находка, так как я не очень рисую, да и вообще себе тяжело рисовать левой рукой. А эта пластина всегда в помощь. Пластина под номером 190. Классные девчонки пластины, я вам их советую. Дальше, следующая посылочка. Это, короче, мне пришел браслетик. Вот, взяла мужу, вот эта штучка отвалилась. Да, это длина браслетика, так как примеряла, пойдет или нет, идет 22 сантиметра. Вот такая позолота. Конечно, на моей ручке он очень большой, у меня 16 сантиметров запястья, это на 22. Вот очень так красиво, эффектно смотрится под наше русское золото. Вот такой браслетик идет вместе с мешочком. Вот такой мешочек, такой приятный на ощупь. Застежка, проверим, рабочая ли. Да, все рабочее. Ну, конечно, тут такие элементы, если длинный браслетик, можно его уменьшить, укоротить, и тогда можно вот на этот элемент сделать. Вот. И все. Будет хорошо держаться. Вот, следующая посылочка. Это у нас пришло также красивая прикраска. Короче, я брала себе этот крестик, думала, что он будет поменьше. Но он очень такой огромный, эффектный. Посмотрите, какой он большой. Когда он мне пришел, я была в шоке. Ну, наверное, я продам его, потому что он... Или подарю кому-то. Для меня он слишком большой. Он идет на позолоте. Вот. Это не металл. К нему идет обычная цепь. Вот такая бижутерия. Цепь красивая. В цвете идет таком под итальянское золото. Под 900... Нет, 750-ю пробу.
под 750-ю пробу. Вот как у меня колечко тут. Это у меня идет 585-я проба, это 375-я, это 750-я. Так и получается вот этот цвет под 750-ю пробу. Оно очень желтое, не к нашему русскому золоту. Вот. Ну, крестик он красивый, но он слишком большой. Посмотрите, какой он ажурный тут. Работа какая красивая. Ну, может, кому-то будет полезно этот крестик, кому-то понравится. Вот. Он слишком большой, такой очень эффектный. Стразы очень красиво так играются. На камеру всей красоты, конечно, не передать. Вот такая, девчонки, покупочка. Цена что-то $8, если я не ошибаюсь. Ну, конечно, я не угадала с размером крестика. Я думала, что он будет поменьше. Дальше, следующая посылочка. Это мне пришла пластинка от Мезердо. Я также ее тестировать в этом видео не буду, потому что и так длинная получается. Если вы хотите, еще раз повторюсь, тестирование пластин, обязательно пишите мне комментарии, отдельно сниму видео. Вот. Да, у меня еще есть один канал на YouTube. Ссылочки на свой второй канал я также вам оставлю, девчонки. Подписывайтесь, поддержите меня подпиской. Там также регулярно выходят видео. Не забудьте подписаться. Вот такая пластина под номером 08. Да, мне будет очень приятно. Эти такие красивые элементы, вот такие кольца, геометрическая, можно сказать, что эта пластина идет. Вот это такие непонятные пирамида, что ли, звездочки. Да, вот такой эффект кряк, крякалюр. Да. Это идет с новиночек Мезердо. Очень там красивые пластины. Качество Мезердо также всегда на высоте, как и GR-ки. Мне девчонки писали, что им даже лучше это качество пластин Мезердо. Ну, как бы для меня я разницы не заметила. Мне нравятся и GR-ки, и Мезердо. Также хорошие пластины от Beauty Big Bang. Board Pretty. Ну, Мезердо, если сравнить цены, они идут подороже, нежели GR-ки. Ссылочки я вам оставлю. Вот, следующая посылочка. Это мне пришла очередная фольга. Так, все хорошо, продавец упаковал. Это идет новиночка. У меня уже на обзоре были новинки фольги. Сейчас вам, наверное, покажу еще раз. Возьму вот это такие цветочки. Еще я заказала новиночки у меня в пути. Так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. Посмотрите, какая красивая вот эта такая яркая. На лето желтая фольга. Она хорошо отпечатывается. Своим предыдущим видео я делала тестирование фольги вот этой с новинок. Хорошо наклей для фольги. У меня отпечаталась полностью. Да, у меня тут упали лаки. Вот. Длина где-то метр. Ну, длинная фольга. Красивая расцветка такая яркая. Да, вот такие расцветки. Вот эта такая яркая красная также. Интересная. Красивая фольга. Да, я вам обещала, что я вам покажу. Вот эти были в предыдущем видео. Я их тестировала. Вот такая мандала красивая. Классные, короче, они яркие рисуночки. Очень мне понравился вот этот такой рисунок. Да, вот этот я себе на ноготочки делала. Также они идут метр один. Нравится, конечно, их контейнер. Он такой поплотнее, если сравнить с старой серией фольги. Вот. И еще одну «Звездное небо». Я делала распаковочку и обзор в предыдущем видео. И также ее тестировала на клей.
Вот такое вот это звездное небо. Мы с вами тестировали красиво к этому ноготочку, да? Вот. Короче, новинки классные, девчонки. Если вы любите фольгу, работать с фольгой, тогда да, я вам советую. Посмотрите на любой вкус, что-то к себе подберете. Если вам интересно тестирование вот этих двух, то есть новиночек, вы можете посмотреть на канале. В предыдущем видео я это все делала. Поэтому и не буду уже тестировать вот эту. Это с того самого магазина я брала. Только попозднее. И еще я заказы сделала фольги. Так что ждите следующих видео. Так, это все сейчас мы сложим. Короче, фольга классная. Качество печати на высоте. Вот. Следующая посылочка. Это мне пришло колечко. Очень красивые, классные. Это идет стерлинговое серебро. Вот размер указан на пакетике. Вот, открыла. Очень большой такой камень. Эффектно смотрится. Размер 6, там есть и большие размеры у продавца. Красота просто, девчонки. И проба, есть тут проба. Сейчас я вам покажу. Вот там есть проба на кольце. Не видно, конечно. Камера фокус не хочет уловить. Вот. Видно, да? 925-я проба. Эффектное такое колечко. Вот. Фокус. Люблю колечко, как видите. Еще у меня идут колечко, так что будем смотреть вместе. Итак, следующая посылочка. Это мне пришли фрезы. Заказала 3 штучки. Разные цвета. Вот такие курундовые фрезы для кутикулы. Полировать кутикулу, полировщики, то есть, чтобы полировать кутикулу. Разные цвета, такие большие с тупым концом, вот такие. Ну, беру я их впервые, но отзывы читала, что хорошие. Попробуем. Вот такая розовая. Тут просто разные напыления. Если их сравнить, да, идет сначала вот это, самые слабые, потом вот эта серия и розовая, она жестче всех. Ну, посмотрим, как они поведут себя в работе. Если вы использовали такие полировщики, напишите мне свое, пожалуйста, мнение, как они вам, понравились, не понравились, или какие лучше брать на AliExpress. Ну, я, конечно, попробую их в работе и свое мнение вам скажу. Дальше. Следующая посылка. Это мне пришли кисточки. Конечно, кисточек никогда не бывает много. У меня уже такие от Мойра были. Желтые. Это идет 3 размера, 3 разные длины кисточек идет. Вот такой наборчик.
Тут размер нигде не указан, только видно по длине самой кисти. Если нужно, их можно выстригнуть. У меня уже есть такие, я их выстригала, чтобы делали тоненькие линии. Ну, для прорисовки возле кутикулы, почему бы и нет. Вот такой наборчик. Ну и красиво они рисуют. Если их выстричь, также хорошо они справляются со своей задачей. Вот пришло время выкраски гель-лаков Beauty Luxe. Так, начнем с термогель-лаков. Как раз типсы, которые у нас сегодня были на обзоре, буду использовать при выкраске. Итак, цвет еще раз. Это цвет под номером 274. Это идет цвет с блестками, как видите, плотные, девчонки, достаточно он плотный, он мне уже нравится. На два слоя отлично будет на ноготочках. Для термогель-лаков это вообще шикарный результат. Мне кажется, что можно уложить даже в один слой. Давайте я попробую. У меня лампа мощная. Если у вас слабая лампа, это не стоит делать. И лучше сделать два тоненьких слоя, нежели один средний. У меня лампа на 48 ватт. Она все хорошо просушивает. Да, девчонки? Хорошо можно уложить в один слой. Как видите, не проплешивает. Все хорошо самовыравнивается. И на просушку на 60 секунд лампу Sun One. Так. Пускай сохнет. 274. Следующий, также термогель-лак, 272. Это такой какой-то сливовый, с блестками также. У меня все сегодня блестящие гель-лаки. В предыдущей распаковке у меня была больше нюдовая серия этих Beauty Luxe, а сегодня вот такие блестяшки. Люблю я блестяшки, как-то сорока. И вы, если также любите, ставьте обязательно лайк, мне будет очень приятно. Да, девчонки, этот такой же плотный термогель-лак, супер просто. Недавно у меня были гель-лаки от Умной Леди с магазина МРО. Там я делала выкраску термогель-лаков, но их надо было ложить в три слоя. А эти вообще красавчики Beauty Luxe. Посмотрите, в один слой все просто замечательно. В один средний слой, посмотрите. Да, вот этот у меня уже просох. Вот такой эффект идет. Красный такой. Этот я ложу на просушку. Вот. Сейчас мы сравним, как он меняет цвет. Это он после просушки такой яркий красный. А до просушки он больше такой вишневый. Вот видите, эффект видно. Когда он теплый, он получается вот такой яркий красный, красивый цвет. Кто любительница красных оттеночков, цвет 274 советую. И сейчас мы перекроем это все топом. Топом от Beauty Luxe без липкого слоя. Еще раз вам хочу показать вот этот гель-лак после просушки. Он у меня уже досушивается, 272. И сейчас мы их двух вместе выкрасим под топ. Посмотрите, вот какой он красивый. С такого вишневого, сливого переходит вот такой нежный-нежный голубой цвет. Какая красота. И давайте перекроем топом это все. Дело перчатки, так чтобы мне меньше попадало на кожу это все и химия. Это все же химия. Вот. И перекроем топом. Топ идет без липкого слоя, еще раз повторюсь. Также мне очень нравится их топ матовый вельвет. Вообще супер эффект. Вот глянцевый.
все быстро самовыравнивается, не жидкий. И на просушку на 30 секунд достаточно. И цвет под номером 272, вот этот термо. Также перекрою топом. Вот такие красавцы под топом термо. Гель-лаки 272 и 274. Красивые такие цвета. И дальше будем наносить платину. Это идет цвет под номером 02 и 15. Начнем с цвета под номером 02. Вот. Очень красивый такой. Серебро. Плотный. Также я думаю, что можно будет уложить в один слой. Ну, он такой серебро. Так далеко-далеко есть розовинка. Слабо видно, но все же она присутствует. Больше оно серебро. Хорошо самовыравнивается. Такой классный, девчонки, гель-лак. Кто любительница ярких цветов, присмотритесь. Да. В один слой также можно уложить, в один средний слой. Ну, на типсе мне можно и в один средний слой, чтобы не играться. На ноготках можно в два тоненьких слоя. Посмотрите, какая красота. И на просушку в лампу. Дальше. 02. И следующий также платину 015. О, девчонки, одна красота у нас сегодня. Ну, как бы я заказывала это под свой вкус. Мне все нравится. Как говорится, на вкус цвет товарищей нет. Вы пишите свое мнение, который вам из этих всех гель-лаков больше всего понравился. Уже испачкалась, как без этого. Консистенция у них не жидкая, это всегда плюс, потому что когда работаешь, ничего никуда не затечет. Вот, посмотрите, в один средний слой, ничего не проплешивает, красавчик просто. Очень я довольна этими гель-лаками. Вообще фирма Beauty Lux мне, девчонки, нравится. И на просушку в лампу. Красивые блестяшки. Посмотрим, насколько они плотные. Сколько их много. Красивые, красные, серебро, золото, на какой-то цвет, если на подложку можно делать растяжку, также будет красиво. Вот, в один слой. Красиво. Посмотрите, камера даже не хочет фокусироваться, какая-то, девчонки, красота. В баночке, посмотрите, баночка большая, надолго хватит, супер. И на просушку в лампу на 60 секунд, потому что очень плотно наложила, чтобы хорошо все просушилось. 60 секунд. И пока сушится он, откроем цвет под номером 06. Вот так. Также сделаю такую дырочку небольшую. Очень удобно это, этим триммером это все делать. Вот какая, девчонки, красота. Это больше такой синий, голубой под номером 6. Но его мы выкрасим на белую типсу. Сейчас посмотрим, как будет на белой типсе. Они такие густые, эти блесточки.
но я как бы стараюсь плотно наложить. Вот. Ну, красивый цвет, яркий такой, морской волны цвет присутствует. Люблю я этот цвет. Вообще блестки всегда ярко на ноготочках смотрятся. Можно еще сверху стемпинг сделать. Вот. Еще нанесу второй слой на просушку лампу на 60 секунд. Посмотрите, какая красота и какая красота в баночке. Да, вот этот уже просушился. 11, вот такой он. Красавчик. Я уже наносить второй слой не буду. Но видите, они блесточки немножко выступают. Хорошо, главное это запечатать топом. Топа нужно ложить как бы выравнивающий слой, чтобы не выступали эти блестки. Под топом вообще круто, девчонки, смотрится. Вот. Как красиво на черной типсе. Уложила в один слой эти блестяшки. Да. И возьмем еще второй слой. Нанесем, так как на белой нужно еще один слой. Цвета 0,6. Супер просто. Насколько они классные. Девчонки хвалили эти блестяшки. И я думаю, и у меня должны они быть. И вам также их советую. Вот два слоя. Смотрите, какая красота. На просушку в лампу. Вот такие красавчики. 0,6. Вот этот и 11. На черной типсе и на белой, если сравнить. Классные эти гели, девчонки. Баночка большая. Супер просто будет на ноготочках играться. Вот такая у нас сегодня была большая распаковочка. Ссылочки на все товары я вам оставлю в описании под видео. Как всегда, очень мне понравилась эта фольга, блестяшки, гель-лаки, пластины. Всем спасибо, что вы были со мной. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на мой второй канал. Всем спасибо за поддержку. Хорошего вам дня, отличного настроения, удачных покупок, здоровых и красивых вам ноготочков. И всем вам до новых встреч. Всем пока-пока.